Это зона отчуждения вокруг японской АЭС «Фукусима». После цунами, которое обрушилось на регион в марте 2011 года и последовавшей за ним атомной катастрофы, эти земли покинули 150 тысяч жителей. Но один человек отказался выполнить приказ об эвакуации. Это 54-летний Кейго Сакамото. Около 10 лет назад в 20 километрах от АЭС он основал питомник для животных. Если бы он уехал, то около 500 его подопечных, среди которых собаки, кролики, сурки, козы, морские свинки, куры и гуси, были бы обречены на голодную смерть. Какое-то время, когда все дороги, ведущие в зону, были блокированы бетонными блоками, Кейго и его питомцы оказались полностью отрезанными от доступа к продовольствию. В то время они питались всем, что вынужденный отшельник мог найти в окрестностях. Многие животные не выжили. Но за последние 2 года, когда зону открыли для дневного посещения, те, что смогли пережить голодные времена, размножились. К ним еще прибавились и те, которых Кейго подобрал в брошенных поселках. В настоящее время я единственный человек здесь, единственный, кто остается внутри зоны и по ночам. Если бы я эвакуировался даже на месяц, не думаю, что хоть одно животное выжило бы. Может, потому что я так долго боролся за то, чтобы их защитить, я не хочу бросать их вот так. Сакамото встает на рассвете и весь день проводит в заботах о своих животных, включая и вот этого только что пойманного беглеца. Каждого подопечного зовет по имени. Наверное, он сбежал вот здесь. Слава богу, я уже думал, тебя съела ласка. 2 раза в неделю Кейго ездит за продуктами в близлежащий город Иваки. Там, в местный зоомагазин, люди, неравнодушные к его судьбе, приносят корм для его животных и оставляют отшельнику немного денег, а местный супермаркет отдает ему отбракованные овощи. Чтобы прокормить свою мохнатую пернатую ораву, Кейго требуется более 1 тонны продуктов в месяц. 900 килограммов для птиц, 300 для собак и 120 для 2 козочек Сноуи и Гона. Кейго говорит, что трудности его нисколько не смущают. Я не боюсь хотя бы потому, что я защищаю сотни жизней. Я продолжу оберегать их. Я по-прежнему буду оставаться здесь. Не уеду ни на день.